Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Итак, сегодня мы играем на Констен. И у меня есть для вас, ну, для себя, короче, у меня основатель забрал админку. Мне выдали админку, и меня ее забрали, не знаю почему, меня взломали. Кто-то с моего аккаунта все раздавал, всем. Мне что-то там 1.4, короче, эти пункты админские, типа, я нарушил. И так далее. Не знаю, почему так. Я модпак установил, потом удалил, что у меня с ним не получилось. Неполадки у меня с ним. Давайте возьмем вот этот, свою бэху. Вообще, не знаю, кто меня взломал. Зачем это кому-то нужно. Выдавал все всем, там, лидерки и так далее. И меня основатель просто, ну, снял. С админ поста забрал VIP и заблокировал ВК. Не знаю, блин, теперь как ему объяснить все. Никак я не могу теперь доказать свою невиновность. Ну ладно, ничего страшного. Можно и так без админки играть, но я хотел снимать админские будни, но ничего страшного. Так, давайте поедем, там вроде какое-то обновление вышло. И может, я, блин, у меня походу випа нету уже. Я не знаю, как проверить. Випад. Или вип хелп. Или хелп вип. Вип. А ну давайте посмотрим статистики. Статс. Уровень 3, очки 5-8. VIP аккаунт нету, у меня VIP забрали, короче. Блин, это плохо очень. Ладно, блин, бизнес у меня остались вроде бы. Я не знаю. Какое-то обновление вышло вроде бы. Что-то автосалон убрали. Какой-то там, и в Кремле сделали автосалон. Так, мы с вами... Подробно этот сервер так и не посмотрели. Давно не снимал здесь, просто времени не было. Я что-то увлекся сильно КРМПРП. Ну, решил все-таки уже начать здесь снимать. А то мне уже криминалка надоела. Думаю, вам тоже каждый день одна криминалка. Ну, не криминалка именно, а КРМПРП. Каждый день, ну, надоедает, надо что-то новенькое. Тем более, сервер достойный. Так. Сервер достойный. Онлайн тут вроде днем под 50, под 60. Обновление хорошее вышло. Так. Модпак. Ну, кто хочет, можете поставить модпак. Но я лично не хочу ставить. Так, а вот. Убрали, короче, автосалон и сделали на месте автосалона вот такую парковочку. Ну, я думаю, это прикольно, даже очень прикольно. Бэху все перекрасил, еще в желтый, уже надоел мне фиолетовый везде. Думаю, вам тоже, у меня везде вот эти бэхи фиолетовые. Так, Лиана. Кстати, кто-то продал мой банк и купил себе, походу. Да. Так, сейчас проверю другие бизнесы свои. Вот этот бизнес продал кто-то и купил сам себе. Так, этот куплен бизнес. 8-бит бизнес, я не помню, я продал или нет. Я вроде при вас не покупал его. Так, давайте посмотрим, я вроде его продал. Или нет. Или не продавал. Сейчас мы посмотрим. Ага. Понятно. Я не помню, я продавал или нет. Ну, банк я точно не продавал. Сейчас посмотрим магазин одежды и банк еще один. Продали его или нет.
Так. А не, не продали. Так. Я не знаю до сих пор, как этот снимать деньги из бизнеса. Да, вот мой магазин еще работает. Это хорошо. Поехали там вроде GPS, GPS, автосалоны, эконом-класс. Эконом-класс. А, эконом-класс, я знаю где. Бизнесы. Салон, эконом, бизнес-класс. Так, сейчас глянем, где это. Если где-то здесь, значит, я знаю, там, бизнес-класс. Где-то здесь он был. Ага, да, он там и остался. Сейчас там мышка перестала работать. О, заработала. GPS, автосалон, спорткары. Ага, походу метку так и не убрали. Но он уже находится в Кремле, я так читал в группе. Да, он в Кремле уже находится. Поехали, да, в Кремль. Посмотрим, что там у нас находится. Прижал, конечно, я без модпака. Но все равно вам покажу, как раз все равно делать нечего. Пока что. Это такая серия будет, ну, про как я здесь обжился. И что меня взломали. Не понимаю, зачем это кому было нужно. Я очень давно не заходил. Это видео снял и больше не заходил на этот сервер. Ладно, врезался, ничего страшного. Серьезно, я больше не заходил после того на сервер. Не, ну еще заходил там пару раз. Ну, где-то я заходил дня 4 назад сюда. На этот сервер. Так, морковка стоит. Поехали тогда в Кремль. Думаю, когда доеду, мы продолжим, чтобы зря времени тянуть. Хотя ладно, поехали уже. По пути что посмотрим что-то. Какие-то интересные фишки. Я же вам не показывал. Наверное. Так, состояние голоден. Блин, надо было покушать. Ну ничего страшного. Я, блин, снимаю поздно. Сколько сейчас? 3 часа ночи, почти 4. Поздновато, короче, я снимаю. Ну, что-то сидел, там, в YouTube лазил. Решил для вас серию снять. По Кенстен. Заходите играть. Хороший сервер. С бонусом 25 миллионов. 4-й левел. Хотя у меня 3-й. Я тогда зашел. Еще давно. Ну я сразу как он открылся, я сюда зашел. Я ждал долго, пока он откроется. Мне очень нравится этот проект. Ну что-то я КРМП РП увлекся сильно. Просто, ну, тоже сервер хороший там. Ну, короче, ладно, мы ж не будем об этом. Думаю, вы поняли, что я хотел сказать. Так, ну тут маппинг добавили, хороший. Тут такие домики стоят, прикольно. Там уже кто-то купил, видно, машины стоят на карте. Ух ты, блядь, занесло малёха. Я тут, это... первый сервер был, это Pro Drift, а это второй сервер, на каком я очень долго играл. Да, очень долго я здесь играл. Ну, я действительно очень ждал, пока он откроется заново, обновление. Ну, до этого я здесь постоянно играл, на постой он постоянно у меня был. Это был мой основной сервер, я здесь и снимал, и играл постоянно. Хелпером здесь был, блин. Не знаю, кто меня поставил, так что меня админку забрали. Но действительно, это не я заходил. И все выдавал. Мне нету смысла это делать. Какие-то там пункты, бля, я не знаю, я не запомнил пункты. Там что-то 1.4, 3.0, что-то такое, 3.5. Ну, короче, неважно. Он меня из конфы удалил. Там конфа есть для админов, он меня оттуда удалил. И... капец. Я не могу никак ему написать.
Может, вы ему как-то напишите ему, чтобы он меня разблокировал, а то у меня к нему вообще связи нету никакой. Буду очень вам благодарен. Так, что это было? Это казино? Мне просто интересно. Мне кажется, это казино. Давайте зайдем, посмотрим. Или это просто какой-то баг. Ага, это все-таки казино. Ух, не, капец. Ох, пацаны. Это жесть. А ну, альт, вы взять напитки. Пиво, кола. Ох, это жесть, пацаны. Я вам говорю. Я просто охренел от этого маппинга. Просто охренел. Просто я охренел. Думаю, вы тоже охренели. Банк, ой, казино просто конфетка, пацаны. Действительно, охеренный банк. Ой, блядь, банк. Казино просто, бля, лучше, чем на КРМБ. Мне просто есть с чем сравнивать. Это что-то какая-то работа, наверное. Действительно, есть с чем сравнивать. Так. Там, походу, что ничего нету. Ой, что-то... Ага. Это, походу, дальнобойщики. Ну, не говорите, что это слизано с КРМП. Это, ну, просто так они сделали здесь. Ну, действительно, это удобно. Здесь делать... Ну, сделать базу дальнобойщиков здесь. Это действительно удобно, ну, и есть большой маршрут. Так, давайте по полю пройдемся, ничего страшного не будет. Так. Ну, в модпаке это был HS600, а Opel, что у меня в гараже стоял, это был M5-60 была. А Волга это GTR был. Ну, короче, модпак тут очень хороший, но что-то мне он не идет там. Я не смог его настроить, или мне мешают другие модпаки от Амазинга и от Криминалки. У меня 2 дня просто крашило, ну, не знаю, наверное, за все время 300 крашнуло. Я просто не мог даже доехать, ну, просто начиналось серию, и в середине серии меня крашит, и у меня серия не записывается. Я там серию вроде снимал по КРМП, конкретный мажор, во, и я ее очень долго снимал. Целый день ушло, чтобы ее снять вот так кусочками, отрывками. Вот, кстати, у нас автосалон. Нихера тут машин. Так, давайте заедем, посмотрим. Ой-ой-ой. Так вот. Так, это что у нас за машины? Это, наверное, Феникс. Так, я надо будет... Так. Вот это Митсубиши, но мне не сильно нравится. Туризма это Митсуба какая-то там. Феникс это я не знаю что. И вот это я забыл, как машина называется. Давайте я попробую купить Феникс. Даже. Но у меня випки нет, у меня забрали ее. 10 миллионов стоит. У вас слишком много машин. Я так и думал. Как там выйти? А. Блин, а как мне выйти из машины? Или Enter? Иди купить букар или Enter для выхода. И как мне теперь выйти из машины? Там exit написать. Я не понимаю, как мне теперь из машины выйти. Угу. Так, короче, я не понял, как выйти из машины. Думаю, будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. И ждите новых серий по Кенстен. Также заходите играть. Вот столько тут машин.
Покупайте, пока есть. Всем пока.